Академия порядочных парней. Всем привет, кстати, а в каком году ты родился и сколько тебе сейчас лет? И как ты считаешь, какая музыка круче всего? 80-х, 90-х, 2000-х или та, которая сейчас? Ну а сегодня челлендж «Попробуй не попевать песни 2000-х». Для участия ставь лайк под видео и пиши в комментарии на изи. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. It's my life, it's now or never. Пора рассвет, но выхода нет. Ключ по... Два бриллианта, три карата.
ж ты страшная такая, ты такая страшная. Я теряю корни. Yeah.
Хлопай ресницами и взлетай, ресницами забывай. Когда настанут холода и белая дорога. Скандал во время рекламы, спаси меня, мама. Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел. Не смотри, ты по сторонам, оставайся так. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком.
пара. Как ты ни крути, я назову планету именем твоим. На этом все. Напиши в комментарии, на какой песне ты срывался. Если ты срывался до 50-й, то ты пипидастер. Если до 100-й, то ты скалопендра. Если до 150-й, то ты телепузик, если ты знаешь, что это такие. Если до 200-й или вообще не срывался, поздравляю, ты железный человек. Но если ты хочешь 200 песен на 90-х, то давайте наберем под этим роликом 50 тысяч пальцев вверх. В этом случае ждите топовые подборки. Ну и не забывай делиться этим видео с друзьями, с учителями, с родителями, с дедушкой и с бабушкой. Подписывайся на канал и нажимай колокольчик. С вами была Вика, всех люблю, целую, обнимаю, пока-пока!